Привет всем, это Дима Масленников, и перед тем, как вы посмотрите этот шикарнейший ролик, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что мы идем к 10 миллионам подписчиков, и каждый из вас может мне в этом помочь. Где-то месяц назад я увидел вот эту фотографию. Это тип кафе «Доширак» в одном из российских городов, но оказалось, что все это фейк. Мы, честно говоря, очень расстроились, но тут мне в голову пришла одна сумасшедшая идея. Вы все знаете, что у меня есть шаурма, здесь кто-нибудь ест, и я решил переделать ее на один день в кафе «Доширак». Чмурдых! Вау! Розовый готов. Ты должен меня победить. Сам выбирай, что ты ко мне прикопался? Я так счастлив, я не могу просто. Не плачь. Господи, такой уникальный момент. Кафе в честь продукта, который я обожаю больше всего. Так, ну что, вы готовы? Это потрясающе! Так, получается, чтобы закрыть стенку с моим рисунком, нам надо вот эту декорацию обклеить полностью дошираком. Просто 12 часов ночи, что нам делать? Ну ладно, давайте сейчас в несколько рук это будем клеить. Помогите. Согласен. Уйди. Я устал, и мне кажется, тут клея очень много. Еще надо работать. Так, пока пацаны пилят доски, я предлагаю нам заклеивать ряды тогда. Сейчас все то же самое, что мы делали в офисе, мы делаем здесь, на полу. Готовим ряды, проклеиваем. Выстроим сначала вот этот угол, а потом уже будем вертикали заполнять. Окей? Давайте за работу. Вот так работает наша команда. Мне кажется, вот за такие заморочки надо точно поставить этому ролику лайк. И на канал подписаться, потому что такого будет еще больше. Так, пацаны. Опачки. Здорово. Просто открываем кафешку, чистые дошки. Приходите, сделаем вам все нормально. Договорились? Да, выглядит, кстати, спасибо. Хорошо, спасибо. Ну что, мы потратили на эту херовую тучу времени, и торжественно, красный, как самый лучший, самый последний. Все! Ребят, просто посмотрите, какая красота! Я так счастлив, я не могу просто. Не плачь. Иди сюда, тебе тоже должно быть грустно. Ты в раю. Кстати, мы сделали специальную пасхалку на этой стене. Ее смогут найти только самые внимательные. Если вдруг вы ее найдете, напишите об этом в комментариях и укажете свой ID. Потом мы рандомно выберем несколько победителей. И каждый из них получит специальный приз от шаурмы. Здесь кто-нибудь ест от нашей любимой шаурмы. Смотрим. Только самые внимательные найдут эту пасхалку. Смотрим внимательно. Так. Так. Она где-то здесь. На стене. Пишите о ней в комментариях, ребят. Фу. Заметили? Я-то заметил. Ну что, ребят, переходим ко второму, самому сложному этапу нашего строительства. Это изменение нашей витрины у шаурмы, где кто-нибудь ест под кафе «Доширак». Что мы сделаем? Мы уберем вот эту дверь выдачи, заменим наши вывески. Ну и, конечно, вместо вот этой надписи «Шаурма» мы повесим светящуюся надпись «Доширак». Как говорится, что там? Ребрендинг. Небольшой ребрендинг нас ждет, товарищи. Давайте жопу рвать и делать. А можно без жопы, пожалуйста? Это стройка, мане! У нас закрыто. Все. Я сказал закрыто, молодой человек. Эй, Эмиль, сколько за плитку берешь?
10 рублей одна штука, брат. Эй, дорого, что ты? Вот так плитка берешь, вот так ставишь. Ага. И так на нахуй. И нихуя не клеится. Тогда оставь, ладно. Прям жалко как-то. Снимать. Все, уходи. Я буду плакать. You were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Вот на такие жертвы идем мы ради контента, ребят. Так что, если хотите поддержать, придите сюда, либо скоро откроется новая точка. Самый главный и жирный момент. Готовы? Чмурдых! Вау! Ты серьезно, чувак? Да. Скажи, что она еще светится. Она светится. Это профессиональная вывеска, которую обычно крепят на заведение. Мы специально ее заказали за хреновую тучу денег, чтобы повесить на нашем кафе. На один день! На один, мать его, день всего! Можем, умеем! Пойдем посмотрим, как... Это офигенно, чувак. Включайте. Вот это заморочились, называется. Ну и для вывески нам нужен еще один небольшой элементик. Я заказал много таких табличек. Мы повесим их на вот эти стекла тогда, закроем надпись «Шаурма», чтобы, ну, вообще не было никаких упоминаний, а здесь кто-нибудь ест полностью. У нас две таблички, одна «Дешира кафе», «Вкусно!» И вторая табличка «Вкусно! Любой доширак плюс наполнитель 0 рублей». Бля, это очень жестко. Ты помнишь, что второй написал? Да, отлично! Ну все, остался третий важный пункт. Это изменение кухни. Потому что это все-таки кухня для шаурмы, а нам нужна кухня для доширак. Мы закупили бойлеры. У меня двойня, поэтому вопросов нет. Но вот этот, дорогая, явно загулялась. Black Lives Matter. Пау, 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 пау. Плюс топинг. Вкусно, красиво. Оста! Честно говоря, это все больше и больше выглядит как настоящее заведение с каждой минутой. Вы гляньте на последнем, какое он лицо мне взял. Смотри. Что это такое? Я же попросил самые нормальные фотки взять. Идеально. Нет. Идеально. Что это такое? Отлично. Вы считаете, это нормально? Так, в общем, у меня предложение такое. Сейчас берешь экшн-камеру, идешь в магазин и покупаешь 7 топпингов. Сыр у нас есть. Топпингов. Колбаска, бекон, мазик, сметана, зелень и вот последний, вот этот вот. Что можно кинуть в дожик? Яйцо, вообще, я же... Кстати, да, яйцо. Яйцо, яйцо. Все, окей. Давай. Ну что, у меня есть супер задание. Мне нужно ровно 7 топпингов для доширака. Мне надо найти майонез. Опа. Сегодня мы вас будем готовить. Ты по мне не бей так сильно. Ну что, покупка прошла успешно. И сейчас я направляюсь скорее в наш кафе «Доширак». Сейчас мы будем наполнять, собственно, емкости для топпинга.
убираем все напитки и будем кое-что другое ставить туда. Так как у нас кафе Доширак, напитки, я, честно говоря, был в полном шоке, должны быть особенные. Потому что, оказывается, Дошик делает еще и напитки. Так, в общем, смотрите, друзья, мы буквально через час открываемся, мы открываем кафе Доширак на один день здесь. Приходите, выбираете Доширак, выбираете топпинг, сейчас мы его нарежем. Мы вам делаем, и все бесплатно. Классно. Ну, давай, договорились, все. Договорились, все, через час мы вас ждем. Наш первый клиент. Даже отсюда не посмотрели. Кстати, блин, реально, какого хрена люди зашли такие туда, смотрят, а что это у вас здесь такое? А угадайте, что же у нас здесь такое? Наверное, ресторан морепродуктов. В общем, мы настолько заморочились, что нашли напитки той же самой компании. Я вам не гоню, идите сюда. Вот, например, кофе Доширак. Как говорится, если делаем кафе Доширак, делаем его во всем. Потратили кучу сил и времени, и наконец-то мое кафе Доширак готово. Давайте я вам проведу экскурсию. Так, любой гость заходит такой вот так, выбирает вкус доширака, потом выбирает топпинг, тут яички, сырок, зелень, колбаска, бекон, сметанка и мазик. Мы это все завариваем, ему передаем, он смотрит на эту шикарную стену, вот здесь вот кушает, и в этот момент думает, надо пойти попить. Идет, и тут напитки от той же компании. Кофе, какой-то апельсиновый напиток, виноградный, алоэ, алоэ с гранатом, алоэ без сахара даже мы нашли. Ребяточки, мы капец как заморочились специально для вас, чтобы вам было прикольно, и специально для людей, которые охренеют, когда увидят вывеску, зайдут и покушают на халяву. Пау! По размерам разбираем. У нас еще есть и фарточки еще. Тоже доширак? Фарточки вообще огонь! Ля какой! Уф! Все, разбирайте по размерам, переодеваемся. Даши... Так, ёпта. Мы же репетировали. Доширак, только свистни, он появится. Доширак! А ну-ка, заливай. Тут вообще пиздец. Рубрика экспериментатора. Для меня было каким-то откровением, что кроме стандартного доширака, у доширака есть еще куча всего чан-рамен. Чан-рамен классический. Чаджан-мен — это лапша в соевом соусе чаджан. И самое главное, что меня поразило, вот это все варится. У нас есть самый главный потребитель доширака во вселенной. Сейчас я ему приготовлю вот это блюдо, и он скажет, вкусно это или очень вкусно. Чмань. Вася. Сюда дальше по инструкции надо добавить какие-то топпинги. Так. Я предлагаю колбаску и зелень. Ай, Вася. Добавляем, значит, сосисочек, смотри. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тан-та-да-дан, тан-тан-тан-тан-та-да-дан. Мы готовы к твоему прекрасному вкусу. И это теперь надо варить 5 минут. Так, давайте так, смотрите дальше ролик, а буквально через пару минут вы узнаете результат. Сейчас будет один волнующий момент. Нам надо распределить роли. По старой традиции, потому что у нас есть... Надо стоять снаружи и зазывать гостей. В прошлый раз это досталось сударю. Было прекрасно. Все, спасибо, все, ребята, пока. Классно. Я люблю вас. Не-не-не, подожди, давай по-честному на Цуефа. Я, честно говоря, не хочу на улице стоять. Я тоже не особо. Цуефа. Цуефа.
Чувак, второй раз! Я никогда больше не буду на это дерьмо. Будем тащить спички, блин, короткую и длинную, окей? Ты вытащишь короткую. Так, что, мы с тобой будем скидываться? Давай. А хотя зачем? Мы нормальные пацаны, мы так все распределимся. Ты на кассе, я накладываю. Ну что, у меня, честно говоря, слюни текут. Я очень хочу. Я скоро буду плавать в этом. Ох ты. Ё-моё. Как подрасчитали, смотри. Я предлагаю сюда еще и сырочку бахнуть. Давай. Смотри, смотри, смотри. Ой, Вася. Ай, хорошо. Ничего не говори. Можно я сначала? Офигеть. Серьезно? Ну, реально, попробуй. Дай, пожалуйста. Манифик. Это потрясающе, это просто потрясающе. В общем, я предлагаю так. В следующий раз, когда мы пойдем в пещеры, мы попробуем там сварить доширак. Давай. Вот такой вот, чан рамен. Договорились? Давай, да, абсолютно. Все. Чего. Это обалдеть. Реально, 10 из 10. Вот лично от меня. Мы сняли же? Могу уже? Давай. Ну что, у нас уже первые гости собрались, которые увидели вывеску, они ждали открытия. Поэтому, ребят, давайте не будем томить их. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Воу! Все, открывай. А, ребячки, кафе Доширак всех накормит. Выстраивайтесь в очередь. Смотрите, объясняю. У нас есть вкусы доширака. Любой выбираете, выбираете наполнитель, можете взять напиток. Все это бесплатно, естественно. Так что. А? Не, со своим нет! Нет! Выгоните их! Со своим нельзя в кафе! С грибами. Давайте. Так, первый заказ какой, Эмиль? С грибами. Я хочу коричневый с наполнителями все. Все? Все. Берем, значит, доширак, хлобысь сюда, сырочку ему, вот так положим, зеленушечку ему положим, вот. Сосисочек, сметанка, слушай, он траванется, мне кажется. Официально, это наш первый дошик в нашем доширак-кафе. Пацаны, когда вы любите доширак? Первое в Москве, кафе доширак. Заходишь сюда, совершенно все бесплатно, наполнители, напиточки, все. Ну что, ребят, официально, это наш первый доширак, и он готов. Так, чей первый доширак, чей? Пошел. Разойдитесь, первый доширак. Что, против меня? Это мой первый доширак, против масленького. С тебя 2000. Не-не, по-настоящему мы не прям бесплатно будем отдавать. Он будет у вас что-то просить, сделать, рассказать стих, спеть, все что угодно. Давай. Ты должен меня победить. Ну давай. Ладно, так уж и быть. Все, приятного аппетита. Первый дошик готов. Жоапель Серж. Я расскажу вам об этом шикарном, невероятном блюде. Значит, розовый доширак, все наполнители, сырочек, зеленушечка, бекончика, сосисочка и мое фирменное яичко. Боже. Эксклюзив. В общем, у нас тут еще такой небольшой момент произошел. Пацан хочет еще взять напиточек. Что вот с ним будем делать? Че, давай, стишок какой-нибудь скажешь? Давай. Стихов не знаю. Стихов не знаешь, так. Давай песню знаешь. Давай, казачья подойдет. Давай, погнали. Ой, не для меня придет весна. Краса. Не для меня Дон разольется. А у нас наливают, что ли, я не понимаю? Там все забьется с восторгом чувств. Не для меня. Давайте поаплодируем, ребят. Ура! Первый снег! Все, приятного аппетита. Розовый готов. 17, 18, 19, 20. 2, 3. Что там происходит? 9, 10, подожди, 11. Я даже не знаю, понравилось мне или нет. Зверука, это же обратно. Цуефа. Есть! Мое! Честно говоря, больше всего пока берут красный и розовый. Это телятинку и говядинку, соответственно. Офигительно!
Офигительно, так и никого нет. Мама! Помогите! Помогите! Я так понимаю, что здесь все подписчики, да? Мы все дружно ждем первого. Кто такой идет? Ха, я всегда об этом мечтал. Где ж тебя найти-то, а? Человек, ты не подписчик. Я видел, что вам было интересно, я видел, ребят, смело. Народа много. Да ладно, там уже все просто заказали. Давайте, зайдем, да? Зайдем. Через сколько? Через минут 10. Через 10 минут? Ловлю на слове, 10 минут, у вас есть 10 минут? Так. Первый шанс. Так, сейчас уединимся, немного с вами поговорить. Вы представляете, как я сейчас кайфую? Это какие-то безумные эмоции. Просто когда я в первый раз увидел вот это объявление о том, что есть кафе «Доширак», я так хотел туда попасть, потому что ну, это какие-то детские эмоции. Мы все любим «Доширак», мы его реально часто едим. Так как того кафе нет, мы построили свое. И вот эти все люди... Они, я думаю, ощущают то же самое. Давай сейчас посмотрим, что думают люди о нашем заведении. Где вилка? Ужасное обслуживание. Где вилка? Кто вилку не дал человеку, а? Кто вилку не дал? Пусти. Я тебе. И я ему. Все, договорились. Так, здравствуйте, я эксперт. А эксперт может погромче говорить немножко? Это кофе от Доширака. Я был шокирован данным происшествием. Каким? Что Доширак делает кофе холодное. Да еще и сказано. Те кофе, которые я пил, они же вообще просто не придают никакой бодрости. А Доширак делает вещи, ребят. Сколько тебе заплатил Доширак за эту фразу? Скажи, я специально пришел к тебе. Ну, привет. Ну, здравствуйте. Чё, как душ? Ну, я еще никогда такого душика не ела. Ну, понятно. Кто готовил? Ну, очень вкусно. Спасибо огромное. Ну, я пошел. Отшила, но... Опа. Здравствуйте. А, вот ребята, которых я привел. Обещаю через... Стоп, спасибо, серьезно? Спасибо, стоп. Друзья, вы не знаете нас, да? Ну вы сейчас просто мимо реально проходили. Он вас зазвал, да? Да. Все. Ну, привет. Привет. Что тебе сделал? Розовый? Это телятина. Фу, ну это тривиально. Хочешь кимчи? Ну, давай, говори. Я сам не пробовал, если честно. Ладно, давай, попробуй. Давай. Что они нам должны? Вы пара? Нет, коллеги. О, ну тогда много говорят. Так, ну что вы умеете? Давай кровь у тебя возьму. Да нет, спасибо. Не надо. Причем даже без шприца. Что еще? Петь, стихи, рэп, шансон. Моя. Щечку чмокнешь? Туго идет, туго. Ну давай, как подружка. Как? Фу, бля, тогда не надо. Ой, привет. Привет. И засосали. Так, ну что, братан? Ну а чем мы мучаем человека? Нормальный мужик, так и дадим. Да. Все, давай. Это... Что вам нужно? Извините, я со своим... Это мой дар, это, а тебе как говорят, Матерь Божий, что сколько он весит? Что ты такое? Вот это под его размерчик, как говорится. Это мой завтрак. Открываем. Да ладно, ты даже это сделал, что ли? Вилочка! Бульон, приправа, чтобы у вас все вкусно было, пипец! Станислав, а что вы хотите? Так, ну, маленькую порцию сосисочек. Немножко сырка. Так. Ну ладно. Чуть-чуть больше. Вот. Достаточно? И одно яичко.
Давай, давай, красиво типа. О, да. Вот как бы чайничек и закончился. Давай вот это просто вылим туда и все. Давай, давай сюда. And you let her go. Ничего не изменится, братан. Ничего. Я вот полностью чайник выливаю и ничего не изменилось. Давай. Опа. А можно мне вилочку? Да, конечно, прошу, пожалуйста. Экспедиция не... вилочка, Стас, для вас. Сука, дай нормально. Кстати, кстати, ребята, кто сейчас смотрит этот ролик, у Стаса на канале выйдет видос, как он делал этот доширак. По ссылочке в описании переходите, смотрите. Эй, привет всем! Здесь, говорят, самый большой дошик в мире, и я хочу его попробовать, потому что я люблю очень много. Поехали! Ты писал вообще? Ну что, в завершение этого ролика я предлагаю открыть этот гигантский доширак на счет 3. Раз, два, три. Это потрясающе! Самой гигантской вилкой. Вилочка, что надо, так? Дима пробует. На что же, интересно, это похоже? Так, оп. But never to touch and never to keep, 'cause you love it too much and you dive too deep. Отстань. Так, ребят, вам понравилось? Да! И я надеюсь, вам тоже понравилось. За это обязательно поставьте этому ролику лайк. Подпишитесь на мой канал, мы идем к 10 миллионам, и каждый из вас может нам в этом помочь. И дальше будет еще интереснее. Вау!